Здравствуйте, Сергей Александрович. Рады видеть в нашем лектории. Давайте мы вот так делаем сначала вот таким образом. Вот в эту камеру с вами будем работать, да. Читать вашу замечательную, интересную, познавательную лекцию. Непривычно, поскольку всегда имел дело с живой аудиторией. Мы сегодня будем говорить о национальном вопросе в начале советской власти, перед революцией, во время образования СССР. Ну, начать надо, наверное, с того, что как возник этот вопрос. Это всегда было связано с пониманием, что такое нация, что такое национальное самоопределение, и как и то, и другое преломлялось вот в эти годы, в это время. Поскольку право нации на самоопределение, всегда возникала необходимость уточнить, а кто же имеет право самоопределиться. Необходимость в этом возникла в начале 10-х годов 20 века, когда этим делом у нас занимался Ленин. Конкретно, так сказать, за этот сюжет фактически отвечал Сталин. И вот он вызвался в свое время, так сказать, написать статью, разъяснить, что это такое. Это было в 13-м году, еще в 1913 году. Вот там, собственно, так сказать, были подняты все эти вопросы о том, что такое нация, как она возникла, как она развивалась, и как надо решать национальный вопрос. Собственно, так сказать, вся не проблема-то возникла. Если нация имеет право на самоопределение, значит, возникла необходимость отличать нацию, так сказать, от всех других, так сказать, вот, представления о народе. Это племя, там, народность. Короче говоря, надо назвать было субъект, который имеет право на самоопределение. Но, в конце концов, это закрепилось за самыми крупными нациями, которые возникают и оформляются только в период капитализма. Значит, все, что было раньше, так сказать, это не нация, это народы и народности. И поэтому наш Сталин дал вообще первое определение нации, которое устраивал, так сказать, Ленина, устраивал социал-демократии, коммунистов. Нация – это большая историческая общность людей, которая отличается от других таких же общностей четырьмя признаками. Что это общность экономической жизни, общность территории, на которой эта нация живет, общность языка и общность национальной культуры. В 1929 году Сталин уточнил, так сказать, это определение, что это общность психического склада, проявляющаяся в национальных особенностях культуры. Национальный вопрос – это, само собой разумеется, так сказать, о том, что это проблемы, которые возникают между нациями в ходе их развития, между нациями и государством, так сказать. Национальный вопрос существует тогда, когда этот вопрос кого-то не устраивает. Если он устраивает, значит, национальный вопрос решен, национальных проблем нет, и все живут в мире и согласии. Ну, в истории это довольно редко бывало такое, так сказать. Всегда проблемы возникали. Мы говорим о национальном вопросе, но нация ведь это не юридическое понятие. Это означало то, что так и не удалось выработать какое-то, так сказать, точное определение нации, которым можно было бы оперировать, так сказать, в науке и в политике. Самое главное здесь что, так сказать, вот право нации на самоопределение и проблемы. Если они, так сказать, есть, то суперарбитром в решении этих национальных проблем будет выступать партия. К этому и свелось решение национального вопроса, так сказать, в нашей, так сказать, политике тогдашней. Но самое главное, так сказать, вот лозунг был о том, что каждая нация должна иметь право на самоопределение, и вся политика должна сводиться к тому, чтобы, так сказать, это право нации реализовать. Реализовать его можно вот так, чтобы нация устроила свою жизнь или в составе многонационального государства, или создав свое национальное государство, выйдя, самоопределиться, самоопределение вплоть до отделения. Значит, вот с этими, так сказать, основополагающими положениями мы, собственно, и жили до 1917 года. Но если есть более-менее выработанное представление о нации, то можно ответить на вопрос, а сколько наций, так сказать, существует в конкретном государстве, в России, предположим.
по переписи 1897 года, первая царская перепись населения, значит, там 196 национальностей, то есть тоже национальность – это вроде бы не синоним нации, значит, это тоже еще надо трактовать, что это такое. Если конкретнее, так сказать, возвратиться в ситуацию 1917 года, революции, то первый вопрос, который вот возникал в этой связи, как надо самоопределить нации в рамках России, вот имея в виду, что в какой-то перспективе наций нам никаких не нужно будет, и что мы должны стремиться к крупному рабочему государству, в котором национальные различия вообще-то лучше избежать. И к этому нам необходимо было пройти через ряд, так сказать, приближений. Первое приближение – построить крупную Советскую Республику. Наша Россия бывшая царская была названа Российской Советской Республикой, без национальной составляющей. А что касается всех участников революции на окраинах, так сказать, они как раз стояли горой за право национального самоопределения, вплоть до отделения. Ну, считаю, что это временное, так сказать, явление, поскольку вот Ленин уже в 17-м году говорил, мы не должны беспокоиться о том, сколько будет у нас национальных республик и сколько национальных границ, так сказать, для нас не это важно. Важно, чтобы везде была советская власть и диктатура пролетариата. В 17-м году возникла самостоятельная Украина, самостоятельная, так сказать, там, Белоруссия, самостоятельная Прибалтика. Даже затем, так сказать, в 18-м году вот необходимо было, так сказать, вот дополнить еще самоопределить народы внутри Российской Федерации и других самостоятельных республик, которые возникли. Ну, таких устоялось только, вообще-то, кроме РСФСР, еще только три. Закавказье, Украина и Белоруссия. Все это право национального самоопределения уже вот сошлось к этим четырем субъектам, по сути дела. В годы войны, потому что Троцкий, так сказать, строит армию, ведет, так сказать, войну гражданскую, по сути дела, так сказать, был у него заместитель по национальному реввоенсовету Склянский. Значит, Склянский, так сказать, еще в 19-м году говорил, ну, значит, это, конечно, все хорошо, что у нас много национальных властей на местах, но вот приходится в ходе, так сказать, боевых действий да, согласовывать, так сказать, позиции, так сказать, в годы гражданской войны с местными властями. Вот мне, вообще-то, пора бы довольно, вообще-то, вот перейти к нашим, так сказать, следующему этапу, так сказать, объединить все это дело в рамках единого государства. Как это сделать? Да надо включить, так сказать, все национальные республики и все автономные республики, которые стали возникать в единую Российскую Федерацию. И тут единая власть, так сказать, единые законы. Это называлось решение вопроса на путях автономизации. Единое государство, значит, все национальные различия решаются, так сказать, в рамках национальных автономий. Вплоть до 20-го года это не очень быстрый рост числа национальных государственных автономий. Значит, они подчиняются, так сказать, единому государству в рамках, так сказать, там, войны и мира, в рамках единой экономической политики, а самые большие различия – это решение национальных, культурных проблем, языковых проблем. Вот здесь, так сказать, полная самодеятельность на местах. Впервые, так сказать, возник вопрос уже после Склянского о том, что необходимо как-то преодолевать вот эти различия, когда подоспела Генуэзская конференция. Генуэзская конференция – это конец 21-го года, значит, когда наши друзья по Антанте, бывшие, так сказать, поставили вопрос о том, как будем решать проблему долгов временного правительства, царского правительства, поскольку правопреемственность советское правительство объявило об этом. Значит, вот поступило официальное предложение советскому правительству, так сказать, вот принять участие в этом мероприятии, что называется, значит, ну и сразу возник вопрос, а как будет представлена, так сказать, Россия бывшая во всем ее многообразии, которое к этому времени возникло на местах, так сказать. Чечерин, который вообще подолгу, так сказать, главы ведомства иностранных дел, так сказать, должен был впервые сформулировать ответ на этот вопрос.
Сказал, что вот самое сейчас время объединить, так сказать, все республики опять в Единой Российской Федерации, нашли выступать на этой конференции в рамках одного государства, а не восьми, как тогда предполагалось, что есть, так сказать, участие все национальные, вот, крупные, так сказать, культурно-национальные образования, которые уже, что называется, узаконились на территории бывшей царской России. Создали такую единую делегацию, так сказать, она отправилась на эту конференцию, две недели поговорили, так сказать, и ничего не решили, поскольку, так сказать, одну сторону волновал вопрос о том, как платить по долгам царского и временного правительства. А Чичерин, так сказать, в качестве контраргумента возник о том, а кто будет платить за ваше участие в гражданской войне и за то, чтобы ликвидировать все разрушения, которые она принесла. Итак, во время этой ЮНЕСКО конференции во второй раз прозвучало предложение решать национальные проблемы на путях автономизации. Надо включить, так сказать, все в Российской Федерации, будет единое государство. Выработали такую резолюцию, разослали эту резолюцию в 4, так сказать, адреса партийным властям России, Украины, Белоруссии, Закавказья. Поначалу, так сказать, согласились, что да, всех почти что устраивает, с некоторыми оговорками, но оговорки были и у Азербайджана, и у Украины, но они несущественны, так сказать. А что касается Грузии, так сказать, там партийные друзья Сталина, так сказать, решили отставить свое право на самоопределение вплоть до отделения и образования своего, так сказать, хоть и союзного государства, так сказать, но с атрибутами всей независимости. Значит, вот Ленин этого не очень нравилось тоже, и он решил, так сказать, все-таки это дело поправить. А там к этому времени еще, так сказать, подоспел еще так называемый грузинский инцидент. Значит, в начале ноября месяца 22 года приезжает туда Рыков, он отдыхал в Абхазии в это время, ну и в Тифлис решил наведаться, приехал туда. На квартире Орджоникидзе, так сказать, он встречался со своим, так сказать, тоже революционером, собратом, с которым вместе отбывали ссылку в Сибирь. Ну, это прочное содружество, братство, так сказать, это был такой Акакий Кабахидзе. Так сказать, вот это Акакий Кабахидзе, значит, он начал жаловаться на Орджоникидзе. Все хорошо, так сказать, но вот Орджоникидзе, так сказать, он вообще ничего не понимает в национальном вопросе, мы ее знаем, так сказать, вот он только проводит линию Сталина. Сталинский Ишак, так назвал, так сказать, его. Ну, здесь вот ему отвесил пощечину и за грудки, так сказать, схватил Орджоникидзе, так сказать, их еле развели. Значит, это дошло довольно быстро до Москвы и очень взбесило Ленина. Ну, как же так? Это же проявление великодержавия, поскольку Орджоникидзе представляет центральную власть, так или иначе. Отправили туда комиссию, значит, комиссия стала разбирать этот инцидент, но не нашла ничего, кажется, сказать, в нем. Орджоникидзе правильно поступил, потому что тот ее оскорблял больших прегрешений и нарушений, так сказать, политики партии со стороны. Орджоникидзе не было, так сказать, а это было личное, так сказать, вот, несогласие. Личное оскорбление, значит, и нечего делать из этого проблемы. Ленин тоже, эту комиссию тоже не понял. Ну, как вот вы не понимаете, что это очень серьезное дело, что надо примерно наказать Орджоникидзе во всяком случае, значит, из-за того, что, так сказать, вот такой случай произошел. И затем, так сказать, вот после этого доклада, реакция Ленина, так сказать, на следующий год у него случился первый крупный инсульт. И он вообще сначала выпал из партийной работы, но к концу декабря как-то, так сказать, пришел более-менее в себя, так сказать, и даже во время образования СССР, так сказать, там написал последние свои работы в этом плане, тоже осуждая этот конкретный инцидент. Что самое главное, так сказать, наша опасность – это вот великодержавный шовинизм. Вот с этими, так сказать, решениями предварительными, так сказать, вот начинается вырабатываться конкретный, так сказать, подход к построению федерации. Поскольку все-таки национальные окраины, так сказать, больше всего выступали именно за эту форму. Потому что она их устраивала больше, чем, так сказать,
независимая и крупная пролетарская республика с центральной властью в Москве, где будет так или иначе превалировать русское влияние. Сталин докладывал о том, как идет обсуждение этого вопроса и каким результатом обсуждения этого пришло, что все замечательно, кроме Грузии. Это было доложено Ленину, так сказать, и Ленин говорил, что Сталин имеет некоторую, так сказать, поспешность в решении архикрупного вопроса, и что не надо торопиться с этим решением, и что вот необходимо, так сказать, это самоопределение на правах автономизации, так сказать, все-таки закопать, что не принимать, поскольку оно не дает решения этого вопроса. Оно нарушает право нации на самоопределение. А сейчас пока дело стоит за этим. Фактически, так сказать, вот здесь была тогда установка Ленина, была принята, так сказать, что сталинский план автономизации неверный, или он преждевременный. Здесь вот рождается вот эта формула «Союз СССР, Союз независимых республик». Значит, эта формула, так сказать, была реализована. Вот Союз СССР был провозглашен, так сказать. Значит, со всеми проблемами, на которые он не давал ответа в это время. Все-таки, ну, если, так сказать, у нас все нации равноправны, то почему возник союз, где только четыре, так сказать, субъекта равноправные стоят на верхней ступени всего этого союза, остальные, так сказать, затем идет на ступень ниже, автономное образование, и затем вовсе без каких-либо, так сказать, образований для наций-меньшинств, так сказать, и всех, кто не уместился, так сказать, вот в первоначальной этой формуле. Значит, была еще попытка ответить на вопрос о самых главных препятствий для дальнейшего существования Союза. Был дан ответ Молотову, уже на закате его жизни, сказал, что все мы делали правильно, так сказать, вот нам не удалось решить русский национальный вопрос. Вот во всех этих построениях всегда, так сказать, не находилась форма самоопределения русского народа. Хотя, так сказать, официально у нас на вечные времена была выбрана самая лучшая форма самоопределения, вот при помощи Ленина и при участии Сталина, который принял эту форму как единственно приемлемую на все оставшееся время. С этим, так сказать, мы и жили вплоть до 91 года, когда, так или иначе, так сказать, вот проблемы нерешенные, так сказать, проявлялись, давали о себе знать и, в конце концов, привели, так сказать, к распаду СССР. Итак, краткий экскурс в историю национального вопроса, национального самоопределения, построение нашей федерации, конечно же, показывает, что очень сложно решался вопрос на всех этапах исторического развития национального вопроса. Это вообще-то подчеркивает необходимость вдумчивого и внимательного отношения к истории национального вопроса. Эти национальные вопросы будут всегда, когда будет много национальных государств. Что касается ликвидации нации в прекрасном коммунизме, до этого неизвестно, какое поколение наших людей может дожить и доживет ли. Некоторые полагают, что это вопрос вечный, и он не будет решен как таковой, что нации не объединятся. Так или иначе, национальные различия будут сохраняться, они будут иметь такую же серьезную форму оставаться, которая будет требовать своего решения. Спасибо за внимание. Все, что можно было доложить вам в этом обращении к этому сюжету, мною проделано.